Здравствуйте, мои хорошие, с вами снова Икосямисона Чарли, и пришло время переодеть малыша Сириуса из моего летсплея «Черная вдова». Итак, мои хорошие, я напоминаю, что отцом Сириуса является никто иной, как именно Маркус, негроидного типа персонаж, обалдеть. Ну а также я напоминаю, что его мама, она тоже не из светленьких, будем так говорить, то есть она не блондинистая, и, соответственно, кожа у нее не светлая. Честно признаюсь, мои хорошие, то, что персонаж родился блондином, но со смуглой такой относительно кожи, как вот у вдовы, я очень была поражена, конечно же, этому факту. Также напоминаю, мои хорошие, если вы тоже помните, после того, как повзрослел Оливер, он тоже относительно был со светлыми бровями. Я признаюсь, честно говоря, тоже была шокирована, но я подумала, что это как просто как некий баг там с допами и прочим, да. Поэтому тоже тут бабушка надвое сказала, но в конце концов я все равно вам напоминаю, что Оливер у нас считается таким чертенком номер 13. Может быть, он внешне выглядит как-то так вот демонически, но в то же время внутри, как оказалось, он относительно добрый малый. Видно, как я пытаюсь просто из него сделать бунтаря, но на самом деле он у меня бунтарем не получается. Он действительно очень хороший такой милый персонаж. Даже получше сестры будет, да, она как-то любит задирать своих младших братьев. Ну а что касается вот Сириуса, то это прям абсолютно как Оливер, только наоборот, если так смотреть. Потому что образ у него абсолютного ангелочка. Даже если просто так посмотреть на него, создается впечатление такой невинности, прям вот сотой стадии, если я не знаю, если их вообще там максимум, да, там, если максимум их 100, да. Вот, потому что, по сути, он таким получился персонажем, как луч света в темном царстве. Это прямо видно. Но на самом деле не тот-то это лучик, и не то это темное царство. Я что имею в виду? По нему видно, что вот прям по глазам, если так посмотреть, у него взгляд такой хитрый-прихитрый, господи, если сравнить его, конечно же, с Оливерами, например, ну или, конечно же, со старшей сестрой, абсолютно неравноценно, ребят, прям вот те реально смотрятся ангелочками, он же, видно, какой он внутри, такой маленький чертенок, вот конкретный, вот такой демоненок, если можно так сказать. Видно, что что-то внутри у него явно нехорошее, вот. Хоть и внешне он, конечно, и получился таким блондином, со смуглой такой кожей, да, но и в то же время я отмечу, что он с зелеными глазами. Да, кстати, если вспомните, у Маркуса, кстати говоря, глаза тоже зеленые. И также напомню, что у этой сестры его тоже получились зеленые глаза, так как у Дон Лотарио, кто является ее, собственно, отцом, тоже были зеленые. Что-то у нас какой-то прям повальный зеленоглазый дети пошли. Ну ладно, посмотрим, что у нас вообще родится еще от Тревиса. Да, надо еще узнать, вообще она беременна от Тревиса или нет. Ну что ж, это будет в следующей серии. Да, а также, мои хорошие, от первой, что я отмечу, это то, что когда я загрузила игру, я увидела, что после обновления, я увидела, что у меня вдова должна повзрослеть. Ну ладно, об этом, конечно же, будет в следующей серии. Ну, благо у нас есть эликсир жизни Джея. Вот, ну а сейчас коротко о нашем персонаже, конечно же. Как вы могли заметить, учитывая, что он получился блондином, я решила ему подобрать гардероб именно в светлых цветах, в светлых оттенках, и в частности именно белый. Как-то не знаю, хотелось, чтобы он выглядел как-то по-праздничному. И также у него, получается, весь гардероб сделан относительно такой классической одежде, то есть там рубашки, брюки, ну и, конечно же, как такие ботиночки, получается. И да, именно на наряде праздничном я решила ботиночки ему сделать с носочками, так как у него там брючки, получается, загнуты. Вот. Ну, а в первом наряде, в оригинальном, да, я решила, в обычном, то бишь, да, я решила этого не делать, потому что там и так относительно длинные брючки, ну, я думаю, нет смысла одевать было на него эти носки. Вот. Ну, а я немножко намучила с глазами ему, с линзами, потому что я все подбирала, подбирала, думала, кстати, оставить те, которые прям так сияют. Вот реально ты смотришь на него, у него такие демонические глаза прям становятся, то есть они прям теряют издалека. Но я все-таки решила отказаться от них и выбрала в итоге обычные зелененькие. Пускай пока так. А когда вырастет, посмотрим, что у нас получится. Ну и, конечно же, хочется сказать именно касательно прически. Я решила выбрать ему прическу, которая пришла с дополнением «Висимся вместе». Я посчитала, что подобная прическа, растрепанные волосы ему отлично идут. Ну что ж, пупсы, я надеюсь, вам очень понравилось. Высказывайте мнение внизу в комментариях. Ну а с вами была Икосямисона Чарли. Встретимся в летсплее. Пока-пока.